Привет, друзья! Эта история произошла, когда моя семья уехала в гости к бабушке, а мы с котом остались вдвоем. Кот такой чистый, такой красивый. Ну где такого кота чистого взяли, а? Отмыли, наверное? Решил я курочку приготовить себе. А дальше пусть кот сам расскажет, что произошло и как это получилось. Как-то раз меня час курицей пытали, на нее в упор смотреть долго заставляли. Без команды жрать нельзя, был отдан приказ. Всеми карами грозя, ждать велели час. Ну а курица такая, вся румяная, большая, да и корочкой хрустит, коли носом ткнуть. Пробуждает аппетит, так что не уснуть. Невозможно устоять. Но приказано стоять. Хорошо, я постою. Вспомню родину свою. Про боты и орду с места точно не сойду. Главное не жмуриться, сразу мнится курица. Черт, и слюни потекли. Так, а что у нас вдали? Ну-ка, тряпка, соберись. Может, лучше глянуть ввысь? Как сосредоточиться, когда кушать хочется? Видно, родину опять мне придется вспоминать. Ну а коли рядом враг понадкусит, тогда как? Вдруг всю курицу сожрет? Вон ползет соседский кот. Не отдам, она моя! Дайте хоть объем края. Ну и чуточку срединку, а потом еще и спинку, а потом... Сэр Артур! Сэр Артур, вам не кажется, что вы совершаете противоправное действие? Это же кража, сэр Артур. Я требую немедленно прекратить ваши незаконные действия. Разве вы не понимаете, что курочка принадлежит хозяину? Сэр Артур, неужели вы не понимаете, что вы совершаете противозаконное деяние? Сэр Артур, я еще раз настоятельно требую вас прекратить немедленно ваши противоправные действия. Ну и как вы считаете, друзья, вот такие слова и такой тон действуют на моего кота? Слушается он меня? Или может стоит как-то по-другому сказать? Ну-ка, котяра, наглая морда, ну-ка брысь оттуда! Артик, ну-ка брысь оттуда! Я кому говорю брысь? Кто это у меня жрет курицу хозяйскую? Ну-ка брысь оттуда! Ты чё, наглая рожа, а? Ты считаешь это нормально, что ли? О, какой! Что, больше нет? Быстро кончился обед. Как-то этого, блин, мало. Мне б добавки б не мешало. Фигу с маслом обещали, коль не заслужу. Но вот значит, я то масло, фиги и слежу. Ладно, кот, не грусти. Мы же друзья с тобой. А друзья должны делиться. Сейчас я с тобой курочкой поделюсь. Но об этом, друзья, я расскажу вам в следующий раз. Скажите, а понравилось вам стихотворение в исполнении кота? Это стихотворение сочинила вот эта милая собачка с канала «Жил-был топ». Если вы туда зайдете, вы услышите там еще массу замечательных, смешных стихов. Обязательно посетите этот канал. Ссылка будет в описании. До новых встреч! Не пропустите следующее видео!